Добрый вечер. Это Стив Кауфман, основатель Link. Link – это лучшее место для изучения языков в интернете. Буду говорить немножко о, что я называю, 7 секретов для изучения, успешного изучения языка, языков. Я сделал 7 видео на эту тему по-английски, и я тоже начинал это делать по-французски, по-японски, по-китайски, по-испански. И эти видео вы можете посмотреть в YouTube. Да? И вот, и сейчас я хочу это сделать, и по крайней мере, пытаюсь это сделать по-русски. Первый секрет. Это не очень мистериозный секрет. И это тот факт, что чтобы изучать любой язык, должен провести время. Много-много времени. Да? Речь не идет о 2 недели, 3 месяца. Нет. Например, я начинал с русским 4 года тому назад. Но каждый день, или почти каждый день, могу сказать, 300 дней из 365, но я слушаю русский, или читаю по-русски, или имею связи с русским. Мой русский всегда со мной, на мой iPod, да? Там есть диалоги, там есть интервью из «Эхо Москвы», там есть аудиокниги Лермонтова, Толстого. Есть много-много вещей, которые я всегда могу слушать. Вот. Если я должен ждать в супермаркете, если я в машине, да, когда я бегаю, я всегда слушаю. И поэтому важно не тот время, что вы можете провести в классе, да, потому что мой опыт: в классе есть учитель, есть хороший учитель, есть не хороший учитель, да. Есть другие ученики, есть ученики, которые говорят лучше, чем меня, и там я не хочу говорить, потому что я не хочу показать, как плохо я говорю по-русски или по другому языку. Там есть ученики, которые говорят очень плохо, хуже, чем меня, и я тоже не хочу слушать. Потому что это меня раздражает, да? Поэтому более эффективное время – это тот время, которое вы можете провести с русским или с языком. Вы и язык вместе, да? Слушать, читать, говорить и тому подобное. Это не очень революционная идея, но я хочу это сказать. И я должен сказать, потому что в России, я думаю, что больше всего вы изучаете английский. И сейчас в интернете есть там много-много ресурсов. Подкасты, есть радио, есть много-много ресурсов, которые позволяют вам очень-очень легко скачать, и слушать, и читать, изучать. И тоже, я должен сказать, тоже есть наш сайт, Link, да, и вот, и там есть много способов изучить, увеличивать словарный запас, и все. Поэтому
Но мой первый секрет – это чтобы любой язык должен провести время. Спасибо и до следующей встречи.